хочу обратиться к своим братьям и сестрам в Армении. Я хочу вас поздравить. Сегодня у вас есть все основания гордиться собой. Гордиться, что вы армяне. Гордый народ, который смог показать всему миру, что у него есть достоинство, что он хочет жить в нормальных человеческих условиях, в условиях свободных от коррупции, в условиях, когда вам другие не диктуют, как устраивать свою жизнь, в условиях, когда одна кучка не забирает себе все и не оставляет народу ничего. У Армении сегодня я окончательно убедился. Великое будущее. Я вас поддерживаю. Мы всегда будем рядом с вами. Спасибо вам за то, что вы сделали. Просто молодцы. Еще раз поздравляю. I want to congratulate all the Armenians of the world. Today, you have all the rights to be proud of being Armenian. Your great proud nation. The brilliant young people of this nation showed their dignity, their love of freedom, and they got rid of corrupt and bad deals from the government, from corrupt ways of doing business imposed from outside Armenia. Congratulations, my friends. Armenia has great future. We, the Georgians, will always stand by your side. Good luck.